Хоба. Привет, с вами доктор Влад. Ну, ребят, я просто не дотерпел до завтра, потому что здесь такое сейчас творится у меня в моих комментариях. Вот смотрите, насчет парка Тайган, да? Ну, мне много тут написали. Якобы вот этот Зубков, который заведует парком, приветствовал аннексию Крыма, плясал, танцевал, значит, ему ответка, обратка, да? Потом еще вот мне одна, значит, женщина прислала: ознакомьтесь, пожалуйста, 13 минуты. Это там какая-то комиссия туда ездила. Ну, подтверждают факт рейдерского захвата. Вот. А дальше я вот прочитал, что контактный зоопарк, вернее, даже вот в этом, вот эта тетя выступала тут, да, насчет рейдерского захвата. Она сказала, что такого нигде в мире нету. Вот, это единственный такой контактный зоопарк. Ну, я решил сам посмотреть, что там такое. Меня терзали смутные сомнения. Ребят, вот этого самого Зубкова надо под суд немедленно, да? Вот, а парк закрыть к чертовой матери. И всех зверей, я не знаю куда, распустить, да? Потому что то, что там творится, на это невозможно смотреть, понимаете? Люди запрещают во всем мире цирковые представления, где зверей там мучают, да? Терзают, чтобы они прыгали через огонь и так далее. А здесь, вот в этом парке, я посмотрел тут несколько роликов, чумовое сафари. Ах, обнимаются со львом просто не дрессировщики, просто люди, которые туда приходят и, видимо, платят немалые деньги, потому что где это можно со львом обняться? Ребята, это издевательство над животными. Вот у меня Мишка и Гришка, да, домашние собаки, добродушные, веселые. Вот, но если что, как он может и зарычать, он может и прикусить. А здесь львы раскладывают. Ребят, да он их накачивает чем-то. Но это не может такого быть в норме, чтобы лев позволял себе гладить там животик там и так далее. У меня была добрейшая собака Коля, добрейшая собака, и то она на чужих всегда рычала и так далее. Это что же он с ними делает? Ребят, ну у меня только одно в голове. Он психотропами их накачивает, чтобы они ничего не соображали. Вот с виду лев, а в мозгах у него неизвестно чего, понимаете? Вы посмотрите сами эти ролики. Полным-полно вот этот, значит, про вот этот вот парк. Вот где тут у меня? Вот я открываю чумовой сафари, целуется со львом и так далее. И ую, незабываемый сафари. Ребята, это издевательство над животными в страшной степени, понимаете? И вот этот вот самый их начальник, да, я уже даже заикаться начинаю, вот этот Зубков. Вот, его приговорить к высшей мере наказания, куда-нибудь в лес его отвезти и пускай там живет. Я вообще, я такой человек, тихий, спокойный, да, но то, что там творится, ну я знаю животных, вы что? Я очень хорошо знаю животных, и в деревне одно время жил, и коров, и, не знаю, овец, и собак, и кошек, и все такое прочее. А то, что там творится, это противоестественно, понимаете? И это противоестественно. Вот у меня такое мнение. Спасибо за внимание. Вот, пишите, что вы об этом думаете. С вами доктор Влад.